История одного фантика. А вы никогда не задумывались, что одно правильное действие может повлиять на будущее ненужной вам вещи? Ой, я попал мимо мусорки. А-а-а, какой-то огромный! Ай, мне больно, у тебя очень острые когти. Что случилось? Что это? Ай, больно! Куда я попал? Почему так холодно? Почему здесь так много мусора? Почему именно я сюда попал? А могло бы быть иначе. Куда я попал? А где я потом окажусь? Ура! Теперь моя жизнь заиграла новыми красками. Мы столь радикально изменяли нашу среду, что теперь для того, чтобы существовать в ней, мы должны изменить себя. Предлагаю вместе изменить это.